Это весной принято дарить вкусные букеты, созданные умелыми мастерами магазина «Вершки и корешки» из натуральных продуктов, свежих овощей, фруктов, орехов, конфет и даже мяса. Такой подарок и леди, и джентльмен примут с благодарностью. Некоторые, которые у нас уже постоянные клиенты заказывают, то есть своим мужчинам, если вы про необычные, там на день рождения, на какой-то праздник, то есть для них это уже обычно. Некоторые даже уже ждут, когда уже букет свершков, корешков им подарят. Вот. А которые первый раз, да, конечно, для них удивительно это. И у них первый вопрос, это что, все можно есть? Это все можно есть? Ну, конечно, мы им говорим, все можно есть, кроме бумаги, цветов, шпажек. А барышни из лавки фруктовых букетов называют себя творцами весеннего настроения. Они тщательно и бережно подходят к созданию каждой композиции. По их словам, не всем нравятся цветы, а вот фруктовое ассорти – подарок, который всегда к месту. Все? Угу. И вот такой красивый букет у нас получается. Цветочно-съедобный бизнес пользуется особой популярностью. Букеты становятся настоящим украшением дома или рабочего офиса, от которых получаешь эстетическое наслаждение, переходящее в гастрономическое несколько недель. Здесь мы взяли у девочек букет клубничный, принес его домой, супруга была довольна, ребенок тоже был доволен, они вместе его кушали и радовались. Вершки и корешки знают секрет хорошего настроения. Он прост, как и великолепно составленный фруктовый букет. Александр Рудичев, Илья Дюков, ВДТВ.